Завтра в Таразе пройдет республиканский Айтыс Акынов, который был отложен в свое время после известного взрыва в одной из многоэтажек города. Следует отметить, что подобное грандиозное событие проходит в стране уже во второй раз. Организаторами выступило областное управление культуры, архивов и документации. Завтра на древней земле известного поэта-импровизатора Жамбыла Жабаева станет ясно имя сильнейшего акына в данном жанре. Организаторы отмечают особую подготовку участников. В своих выступлениях они отметят все происходящее в последние годы, политические и социальные перемены в стране. Это событие в канун дня рождения великого поэта взял под личный контроль глава региона Аскар Мырзахметов. В составе жюри сплошь известные имена: народный артист Алтынбек Куразбаев, акын Кайырбек Асанов, а также члены Союза журналистов. Председательствовать будет несравненный Журсин Ерман. Начнется это завтра в 11 часов во Дворце культуры Баласагун. Вход бесплатный. Раньше в советский период была цензура. Многое нельзя было говорить, показывать. Сейчас же все в свободном формате.